Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас свидание с каталогом Oriflame номер 10. Я вам сейчас расскажу, какие здесь интересные предложения, расскажу о моих любимых продуктах и немножечко о тех, которые мне не подошли по тем или иным причинам. И, конечно же, мы все будем с вами тестировать, потому что я приготовила продукцию, которой я сама пользуюсь, и я вам покажу ее в деле. Давайте приступать к просмотру. Десятый каталог начинается с 13 июля и закончится 1 августа, ровно 3 недели. И первая страничка каталога нас радует позитивным желтым цветом. Это женские часики с японским механизмом Seiko. В Oriflame всегда классные часы, поэтому если вы их возьмете, я думаю, вы будете ими очень довольны. Тем более они так стильно сделаны, все лаконично, ничего лишнего. Здесь я вам рекомендую обращать внимание на набор, который стоит всего 69 рублей, и он включает в себя новый каталог, уже будет 11 каталог, пробник аромата Мистер Джордани Аква, это будет новинка, пробник помады и пробник сыворотки для лица против пигментации. То есть вы получаете 3 пробника и каталог всего за 69 рублей. Это очень приятное предложение. Далее встречаем парные ароматы, они будут у нас дальше, увидим еще. Шикарное предложение, это тушь 5 в 1, многофункциональная, 259 рублей она стоит. Вот такая у нее кисточка, удобная очень кисть. Я могу сказать с уверенностью, что это пока на сегодняшний день моя любимая тушь, с ней мои реснички всегда идеально выглядят, и я ее действительно люблю и всем рекомендую. Сколько у меня клиентки ее брали, вот всем она нравится. Я надеюсь, что эту тушь у нас никогда не уберут из каталога, потому что она действительно прям классная. Далее у нас идут помады, стойкие губные помады с блеском и стойкие помады матовые. У меня есть одна помада, я не знаю, включена ли она здесь в эту серию, 93 на конце, нет, здесь нет, ну хорошо, я покажу как, хотя бы как она выглядит, я не туда посмотрела. Вот она, эта помада, 88 на конце, но ее все равно здесь нет, это, наверное, из какой-то другой коллекции. Вот так будет выглядеть помада-карандаш. Удобно, лаконично, все, помада выкручивается, очень круто лежит на губах. Единственное, что этот оттенок у меня не очень ходовой, пользуюсь редко, но всегда, когда пользуюсь, очень довольна. Хорошо лежит, долго лежит, матовая. Давайте покажу, как она у меня на руке, вот тут хотя бы. Вот такой вот красивый оттенок. И он немножко сейчас идет с блеском, а потом блеск пропадает, она будет матовая. Шикарная помада. Так, и много вариантов по оттенкам. Далее, тональная основа, адаптивная. Она подстраивается под состояние кожи и под цвет кожи. Смотрите, у меня есть оттенок, сейчас скажу, какой код, 82 на конце, это холодный розовый. Вот такой вот классный тон. Сейчас мы его чуть-чуть попробуем, чтобы вы видели. Я основой довольна, у меня к ней претензий вообще никаких нет, ее можно смело рекомендовать брать себе, то есть у нее достаточно хорошая плотность, перекрываемость, хорошо лежит, я ее и в жару уже тестировала, и в прохладную такую погоду, она у нас уже несколько каталогов есть, вот такой цвет, то есть и она потихонечку совсем исчезает на лице, и это мне в ней очень нравится, поэтому можно тоже смело рекомендовать. А самое главное, что у нее много вариантов оттенков. И в последнее время я могу сказать, что я раньше пользовалась все время кистями для тона, а сейчас действительно понимаю, что спонжем удобнее наносить тон, он ложится более ровно, идеально, тоненько, невесомо. Поэтому смотрите, у нас хорошее предложение, и тон, и спонж можно взять сразу в этом каталоге, такую пару. Далее у нас идут ароматы, наш знаменитый Эклафеми. Можно, кстати, потереть страничку, если у вас есть каталог. Если у вас нет живого каталога, как у меня, то заказывайте пробники. Вот максимально рекомендую всегда брать пробники ко всем ароматам, на которые у вас, как говорится, упал глаз. То есть читайте описание, если вам нравится. Вот я когда это вижу, этот аромат, у меня аж слюнки текут, это мой любимый в Oriflame аромат Giordani Gold Essence. Если бы мне предложили отказаться от всех ароматов и оставить один, я бы выбрала все-таки его, он мой любимый, поэтому прислушайтесь к нашим ароматам. Так, здесь у нас серия мед и молоко для
рук и тела. То есть у нас здесь представлено жидкое мыло со скидкой, скраб, увлажняющий крем. Крем жирненький. То есть если вы любите прям, чтобы было жирно-жирно, то это ваш крем. Скраб я, кстати, не пробовала никогда именно для рук. Я всегда беру просто скраб мед и молоко. Мне он очень нравится. И наше знаменитое мыло и крем-бочонок, полная банка меда с молоком. Очень вкусный аромат, действительно он душистый такой, ароматный. И когда наносишь на тело, потом пижамка пахнет, постелька пахнет, все такое нежное и очень вкусное. Это мои любимые капсулы, восстанавливающие для лица, с маслами. То есть здесь целый микс из 6 масел, которые насыщают кожу, увлажняют ее, напитывают. И я вам точно могу сказать, что результат потрясающий с первого применения. То есть вы одну капсулку прям берете, такую рыбку, хвостик отрываете, маслице выдавливаете и наносите на лицо и шею. То есть вот этой рыбки хватает полностью на лицо и шею. И сверху уже идет у нас ночной крем. Вы увидите просто сразу с первого применения, какая будет бархатная, мягенькая, нежная кожа. Это просто восторг. Кто хоть раз попробовал, мне кажется, уже потом постоянно хотят эти масла иметь у себя в ассортименте. Отличное предложение. Посмотрите, какая шикарная скидка на мультивитамины. Ребят, это классно, надо затариваться, потому что витамины нужны всем. Даже кто говорит, что мне не надо, я здоров как бык, надо. Так, здесь тоже ароматики. Я про них не рассказываю, про ароматы, потому что вы сами понимаете, что про аромат рассказать очень сложно. Я вот про некоторые скажу, которые действительно просто обожаю. Кстати, Full Moon, как правильно читается, не вижу транскрипции. Обычно у нас пишут в каталоге. Да, вот Full Moon перевод. Смотрите, этот аромат у нас уже был как-то давным-давно. Очень приятно пахнет, почитайте состав, но пробников, по-моему, к нему нет, только можно потереть страничку. Женский и мужской вариант, это парочка, при этом очень интересный вариант по ценам. Смотрите, как классно, да, два аромата, всего выйдут 800 рублей. Замечательно. Вот, кстати, аромат, который мне нравится. У меня сейчас такой есть у дочки, и это уже второй аромат. Именно такой, он нам очень нравится. Я даже иногда его таскаю, тоже им пользуюсь, он прям классный. Так, далее. Легкий такой дивайн, цветочно-древесный, шипровый, кто любит. Кстати, часто спрашивают про этот аромат, восточно-цветочный. Я его не брала, этот аромат, но я брала в тестере, и он действительно интересный. То есть надо все-таки подбирать каждому под себя аромат, потому что на разных людях по-разному раскрываются одни и те же ароматы. Например, в Джордане я не люблю вот эту серию. Мне ни один, ни другой не подходит абсолютно. Хотя очень жаль, потому что ароматы очень стойкие. Очень стойкие. То есть это, наверное, самый стойкий аромат в Oriflame. Хорошая идея с дезодорантами. Например, вы выбрали себе аромат Eclat Femme Weekend. Берете под него дезодорант, и это будет замечательное дополнение и продление аромата. То есть всегда максимально нужно смотреть, чтобы и крем был с этим ароматом, да, вот спрей, шариковый дезодорант, то есть собрать одну коллекцию, и тогда у вас стойкость аромата будет усиливаться в разы. Так, двигаемся, ароматы мы пролистнем побыстрее немножечко. Кстати, обожаю Excite Force, у Миши такой был, а вот, кстати, новиночка. У нас новинка будет идти пробник при заказе на 990 рублей со страниц 44 по 59. Вот смотрим, 44, то есть все мужские, наверное, ароматы включаются. Если какой-то аромат вы берете на сумму 990 рублей, вам пробничек вложат в подарок. Кстати, очень нравятся ароматы Glacier. Вот все три интересные, все разные, можно собрать себе такой вот набор из разных ароматов, ну, для своего мужчины на разные случаи жизни, а может быть только один, то есть все по вашему усмотрению. Такие вот они красивые, как айсберги. Мне, кстати, многие мужские ароматы нравятся. Так, мужская коллекция. Наших мальчиков обязательно надо баловать, чтобы они у нас были красавцы, вкусно пахли. А сейчас в жару, конечно же, каждому мальчику нам нужен мыло, хороший кусочек, шампунь для волос, да, чем побриться и так далее, чтобы вот все у них было классное, вкусное. Кстати, вот эту серию рекомендую. Я увидела результат по Мише, как у него быстро улучшилось
улучшилась кожа, это просто фантастика. Что улучшилось? У него очень расширенные поры на носу, именно вот на носу, и благодаря вот этим вот средствам поры стали менее заметны, и кожа выровнялась. И а как вкусно пахнет! Вау, просто я не могу, я даже сама иногда пользуюсь. Мне так нравится этот аромат, который вот в этой серии, он просто невероятный. И у нас идет сменные насадки к моему любимому Skin Pro, кстати, давно не пользовалась. Одно время я очень часто делала вот массажной насадкой. Кстати, как красиво это видно сразу по губам. Сейчас объясню. То есть я делаю массаж по лицу и прохожу по губам, и моментально они становятся яркие, такие пухленькие, то есть видно, что кровь начинает лучше циркулировать. Здесь идет только вибрация, очень тонкая такая вибрация, из-за этого усиливается кровообращение, крема лучше впитываются и работают более эффективно. Обожаю этот аппарат. Кстати, его рекомендую брать со скидкой 50%. Если у вас есть возможность такая, если вы в премьер-клубе, то, конечно же, воспользуйтесь. Помада. Мне кажется, это самый красивый футляр в Oriflame. У меня помада «Королевский янтарь». Просто красота. Я передать не могу, как мне нравится эта помада. Я ей пользуюсь осенью, зимой немножко. Весной, летом она мне как-то не подходит. Слишком как же тяжеловато, ярко и так далее. А вот на осень я ее просто обожаю. Вымажу ее в эту осень. Шикарный, просто шикарный вариант. А эта помада антивозрастная. Мы рекомендуем взрослым женщинам уже эту помаду, потому что она идет с ухаживающими компонентами. Новинка, пудра-бронзер. Как-то давным-давно в Oriflame была такая пудра. Она, кстати, сверху была перламутровая, а потом этот верхний слой уходил, и внизу она была просто матовая. Я не знаю, то ли для красоты делали такое напыление, я не знаю, как будет в этот раз, но однозначно могу сказать, очень красиво, очень эффектно летом. Мы подзагораем, да, многие очень круто загорают, и, конечно, с этой пудрой лицо просто восхитительное. И, конечно же, упаковка мне нравится. Giordani — это солидно, это уже красиво, так классно. И пудра стоит всего 699 рублей. Это, я считаю, недорого за такую пудру, но на нее здесь хорошая скидка. Скидка составляет где-то 40%. Замечательно. Ну и, конечно, кисть. Наша фирменная кисть Giordani Gold. Невероятно классная. Я ее тоже всем рекомендую. Так, по поводу любимчиков. Очень люблю CC крем. Очень люблю, несколько раз себе брала. У него высокий SPF 35, просто шикарный. Сейчас покажу вам флюид. У меня есть один оттенок, сейчас покажу вам. Он с пипеткой идет, очень неудобный, очень. То есть надо учить клиентов, видите, во-первых, мажется вот эта вся штука, во-вторых, можно испачкаться. Вот смотрите, я уже ляпнула вот сюда, то есть он жиденький. Вот такой, вся я теперь в нем перемажусь и буду красивая. Но он сразу становится пудрой. У многих это самый любимый тон. Он бесспорно хорош. Но у меня, например, он подчеркивает поры около носа. Из-за этого я его перестала активно использовать. И выбираю сейчас такие оттенки, которые не подчеркивают поры абсолютно. То есть не оттенки, а именно тональные основы, которые поры не подчеркивают. Зато он с пудрой, он очень тоненький, хорошо перекрывает. Выглядит сразу лицо холеное, просто бархатное. Вот сейчас несколько прям пройдет времени, оно совсем исчезнет, вот это вот какая-то останется только матовость, и как будто пудрочкой все сделано красиво. Так, есть еще у меня вот такой тон. Так, сейчас скажу, это матирующая тональная основа, пудровая. Но она мне не понравилась. То есть для меня этот продукт какой-то, ну, вообще никакой. Для меня очень плохо на моей коже он лежит. Я никак к нему не смогла приспособиться. То есть я и так, и эдак, я так хотела бы им пользоваться, потому что я люблю такие пудровые текстуры, но он у меня тоже подчеркивает поры, и как-то вот тяжеловато выглядит. Хотя вот видите, я вот тонким слоем сейчас нанесла на руку, он идеальный, вот кожу прям трогаешь, она бархатная. Ну, видите, все индивидуально. Кому-то будет она очень хорошо, кому-то не очень. Читала отзывы разные, и хорошие, и плохие. Ну вот что могу сказать, если выбирать вот из этих двух, то мне вот этот с пипеткой тон, флюид, больше нравится, чем вот этот в тюбике.
Так что это мое личное мнение, конечно, оно субъективное абсолютно, но, может быть, оно вам будет полезное. Подводки. Где моя любимая? Вот подводка с кисточкой. Слушайте, она, конечно, шикарная. Ой, руки жирные от крема. Вот так открутила, испачкала всю крышку. Ох, сколько действий. Она, конечно, крутая. Смотрите, во-первых, у нее кисть обалденно удобная, длинная, тонкая. Ей можно такие шикарные стрелки рисовать, как толстенькие, так тонкие. Но она моментально сохнет. То есть она схватывается, и когда я вечером умываюсь, она прям вот с кусочками сходит. То есть она не размазывается по лицу, а она кусочками отходит. Но сохнет быстро. Если я медленно вырисовываю, еле-еле тащусь, то у меня раз и высохло. Приходится прерывать стрелку, опять опускать кисточку в тюбик, опять снимать вот излишки и продолжать вести стрелку. То есть вот единственный момент, что очень быстро сохнет, меня капельку смутил. Но это не страшно. И есть у меня такая гелевая подводка. Она, конечно, роскошная, но настолько неудобно, то что нужна отдельная кисть. Вот я купила такую кисть специальную, но она, кстати, столько уже у меня долго, почти вот с момента, как ее начали выпускать, наверное, это уже точно полтора года прошло, может даже больше. Кстати, вот смотрите, я ее набираю на кисть и делаю стрелку. То есть у меня кисть немножко размахрилась, поэтому тонкую стрелку я и уже сделать не могу. То есть мне нужна тонкая, хорошая, упругая кисть для этой стрелки. Но зато смотрите, какая шикарная ретро-стрелка получится. И она, видите, гелевая, высохнет сейчас и намертво будет стоять. Вообще она очень, она не смывается ни слезами, ни дождем, ни снегом. Она будет хорошо лежать. Но вот единственный способ нанесения для меня просто неудобный абсолютно. И поэтому она у меня лежит, как видите, целая. Я ее в основном демонстрирую только на видео. Так, двигаемся дальше. Помады. Обожаю тему помад. Мне кажется, ее никогда не сможешь раскрыть до конца. Это помада ультракремовая 5 в 1. Сначала мне эта помада совсем не понравилась, вот от слова совсем. Вот, я их все перепробовала, бесподобно красивые цвета, а потом, вы знаете, я случайно все-таки взяла один оттенок, начала пользоваться, и сначала я им пользовалась, где показать, вот тут, пользовалась с бальзамом, то есть я вниз носила бальзам, а купила я ее зимой, и она мне была суховатая. А потом, я не знаю, то ли мои губы к ней подстроились, и я начала от нее кайфовать. Она, конечно же, если сравнивать с прошлой зивановской помадой, она более плотная, она не такая вот невесомая на губах. Но смотрите, какой красивый цвет. У меня оттенок розовое дерево, 68 на конце. Какой красивый, плотный оттенок. Когда я крашу губы, мне все задают один вопрос. Что у тебя за помада? И заказывают. У меня, кстати, такие помады частенько бывают в заказе. Вот, продолжаем разговор про праймер. Вот бальзам-праймер многие тоже хвалят безумно, а для меня он вообще никакой, просто никакой. То есть его нужно носить на губы, вот он бесцветный, чуть-чуть вот что-то белесый, но нет его, бесцветный. Нанесли и дали немножечко полежать на губах. И сверху помаду. Для кого он? Для тех, у кого губы сохнут, лопаются, трескаются, некрасивые, морщинистые. То есть помада на него ложится лучше. Давайте возьмем помаду. Вот я его вот тут намазала. И попробуем сверху положить еще помаду. Где он? Вот он. Липкий, немножко жирненький. Вот многие девушки говорят, что помада ложится и лежит лучше на этом праймере. Так, ну мы двигаемся дальше. И здесь у нас тональная основа. У меня в руках сейчас мультифункциональный матирующий крем-тон для лица АЗ-крем с SPF 30. И у меня именно гидромат, то есть он матирует, увлажняя. Я обожаю этот тон. Легкий, маленький тюбик, не слишком жидкий, то есть он не сильно пачкает крышечку. Вот тут мы попробуем его. Ой, опять я много так выдавила. Щедрая. Вот такой вот тон. У меня самый светлый оттенок, 87 на конце, и мне в нем все нравится, он легенький, невесомый, и увлажняет, и матирует. Но сейчас он уже светлый для меня на лето, я этот тон брала еще зимой, вот. Так что у меня к нему претензий нет. Если вы ищете недорогой, классный матирующий крем, то вам нужно обратить внимание именно вот на
эту серию. Так, далее, здесь у нас база под макияж, опять же, обратите внимание, это не праймер, а именно база сияющая под макияж, а это такая беленькая кремовая текстура у продукта. Мы его наносим на кожу, и она просто сияет, а сверху нужно положить тональную основу, и тогда будет эффект, как будто изнутри идет подсветка. Но вот на мой взгляд, это более такой праздничный вариант, и если наносить на каждый день, то нужно наносить на те места, вот как мы обычно наносим хайлайтер, там на носик чуть-чуть, сюда, сюда, сюда и так далее, а сверху уже тон. Далее, вот мой любимый продукт из кистей, это лучшая кисточка, моя любимая, начиная с дизайна, у нее очень красивый дизайн, так дорого, красиво она смотрится, у нее невероятно приятный мех, она может делать все, и пудру нанести, и румяна, и бронзер, да, и коррекцию сделать, то есть я ее так сжимаю и на нужные места делаю тонкую линию, распушаем и делаем румяна, все что хотим. Суперская кисть, в общем-то я могу сказать, что в Oriflame качественные, очень хорошие кисти, которые служат долгие-долгие годы. А сейчас у меня в руках невероятный продукт, это хайлайтер с пипеточкой. Вот не люблю я эти всякие пипетки на самом деле, ну ладно, как уж сделали, но продукт клевый. Смотрите, мы достаем эту пипетку, главное не перепачкаться, капельку капаем себе на руку по литру, ну капельку я вот примерно себе на один раз делаю, где-то в два раза больше, чем сейчас вам показываю, и переносим или кисточкой, или пальчиком туда, куда нам нужно, вбиваем и растираем, то есть у нас получается такой потрясающе красивый вот этот вот блеск, блик на лице, он выглядит очень хорошо, это не дешевка однозначно, мы видим, что это красивый, очень такой приятный продукт. Давайте вот тут еще нанесем, я его наношу на все нужные местечки, и даже еще могу капельку на губы положить, капельку на тени сверху, то есть везде, где я хочу, чтобы добавить этого мерцания, сияния, такого не яркого, не броского, а легкого. Смотрите, как это красиво. Я рекомендую продукт, мне кажется, его и хватит на 100 лет, и он действительно классный. Тюбик легкий очень, пластиковый, поэтому, ну не знаю, бросил косметичку, все время можно пользоваться с огромным удовольствием. Я им даже стрелочки рисовала, вот, я вам не показала, то есть я наносила каплю, брала тонкую кисть, ну например, можно взять такую кисточку, и я ей рисовала тонкие стрелочки поверх черной стрелки. Это классно выглядит просто. Можно в уголочках глаз чуть-чуть. А я с этим хайлайтером изгаляюсь как могу. Мне он очень нравится. Так, что у нас здесь? Так, карандаш для бровей не брала. Не знаю, что это за продукт. Зато расскажу вам про шикарный продукт. Это тушь для бровей. Я им сейчас в основном всегда крашу брови, и мне он очень нравится, то что он хорошо прям прокрашивает бровки, то есть я сначала против роста крашу, так поднимаю брови, а потом укладываю, если нужно, делаю еще раз и еще, то есть 2-3 слоя у меня получаются натуральные красивые брови, их 3 оттенка, и у меня сейчас в руках коричневый, то есть он мне идеально подошел. И также у меня есть палеточка для бровей, это тени специальные, ой, не ту взяла, у меня их это старенькая, а есть еще новенькая, ну ладно, покажу старенькую, здесь просто темный оттенок, внутри две кисточки, ну как стрёмно, не могу, все, не буду показывать, не хочу, чтобы вы его видели. Хороший продукт, я его рекомендую, тоже классный. Так, туши, смотрите, у нас есть несколько вариантов туши, есть термостойкие, обалденный вариант на лето, кто любит купаться, загорать, а есть тушь с эффектами, с экстремальным объемом, с эффектом кошачьих глаз. Вот я вам сейчас покажу тушь, наверное, это самая большая кисточка в Oriflame, вот эта тушь с эффектом кошачьих глаз, вот эта вторая получается, мне она понравилась, она действительно классно, несмотря на то, что она такая гигантелла, я в принципе не люблю мохнатые щетки, я не люблю крупные такие щетки, потому что если сравним с тушью 5 в одном, посмотрите, какая разница, это же просто карлик, да, и великан, толстяк и худыш, как угодно говорите, вот, и конечно я привыкла к таким вот маленьким изящным кисточкам, и тут вот эта махина, и как она классно покрасила все, и придала объем, и удлинила, и реснички все уложила хорошо, кстати, форма обалденная, из-за того, что вот здесь у нас идет выемка по форме, ну, глаза, получается классный эффект, поэтому вот эта тушь мне очень понравилась. Если сравнивать вот две эти туши,
то я выбираю, конечно, черную. Мне она больше нравится. А из этих я тоже выбираю черную. Термостойка, это значит, что она смывается горяченькой, такой очень теплой водичкой. И это удобно, бесподобно удобно. Гель-лак. Ну, с моей точки зрения, это провальный продукт в Oriflame. У меня есть два, вот гель красный, страстный алый, и закрепитель, то есть финишное покрытие. У меня он продержался максимум 3 дня, хотя заявлено, что он должен держаться 11 дней с идеальным маникюром. Со мной этот номер не прошел, я пробовала разными способами, и так, и сяк, и наперекосяк. Можете посмотреть, у меня на канале есть два даже видеообзора, когда я первый раз тестировала, и второй раз уже более так я тщательно подошла к нанесению, но у меня в результате результат не получился, поэтому не рекомендую. Ну, хотя писали, что у кого-то 7 дней держался и 8, но 11 я таких людей не видела. Так, красивенькие лаки, а это не новинка? Не вижу слова новинка. Вижу, здесь вижу новинку. Сияющая помада и лак. Это новинки? Да, я его не видела. Очень красиво, кстати. У меня вот верхние два сразу, да все три, четыре все красивые, невероятно. Так, и у нас помады сияние. Тоже новые. Ой, слушайте, ну сколько всяких новинок. Серия On Color очень прям радует. Хорошее качество продукции, разнообразный ассортимент и помады. У меня, кстати, на канале много обзоров есть, вот с этими матовыми помадами есть обзор. Так, очень даже неплохая тушь в этой серии. Эти продукты я не пробовала для бровей. Ну, надеюсь, в Ютубе можно найти видео, посмотреть. Так, BB, вот эти все тоже, кстати, очень-очень качественная продукция, несмотря на то, что цены, ну просто вот я не знаю, я таких цен не встречала нигде. Так, здесь наставочка пошла. Моя любовь. Как я люблю аксессуары Oriflame. Я себе взяла вот эту светлую сумочку. Меня часто спрашивают, как она тебе? Да я в восторге. Я с ней даже по дому хожу. Когда у меня на одежде нет карманов, я в нее кладу телефон, вешаю на пояс и могу бегать с первого этажа на второй, со второго на первый, готовиться, выйти на улицу. Телефон всегда со мной, и я знаю, что если мне кто-то позвонит или напишет, то я быстренько среагирую. Шикарная сумочка. Кстати, ремешок можно вынуть и носить просто на одежде, потому что это обычный нормальный ремень. Если нужен бежевый ремешочек, то он у вас будет. И по качеству она мне тоже понравилась. Такая мягенькая, легкая. И еще я себе взяла новиночку совсем недавно. Так себя решила побаловать вот этими листиками. Так они мне понравились. Смотрите, их можно носить один, одевать или два. Как вам нравится. То есть длинненькое, красивое украшение. Так выглядит нарядненько и по-летнему, и в то же время, как, вот, как я люблю, золото много, классное. Вот они у нас здесь. Очень люблю в бижутерию, не могу себе в этом отказать. Бустер. Для чего он нужен? Это как скорая помощь. Если ночь была бурная, всю ночь танцевали, занимались сексом. Простите меня за такие подробности. Да, ну вот если было весело и не выспались, а может быть с ребенком всю ночь, да, занимались, то бустер добавляем просто в крем. Берете крем лопаточкой на ладошку, две капли бустера пальчиком или лопаточкой замесили и перенесли на кожу лица. Я, кстати, использую с кремом Novage коллаген, хотя написано, что рекомендуется с кремом из серии Optimals, который принадлежит бустер. У меня сейчас антиоксидантный, классный бустер, просто супер. Ну, мне нравится с моим любимым кремом. Далее, на любой вкус. Серия Optimals предлагает нам серии. В этом каталоге у нас скидки на крема. Далее здесь у нас масочки. Новинка, кстати, двухшаговая маска Detox для лица. Разогревающая и охлаждающая. Смотрите, как интересно. То есть мы делаем первый шаг, потом смываем через 3 минутки и наносим на 10 минут уже охлаждающую. То есть это раскроет поры и позволит охлаждающей вытащить все и убрать воспаление. Слушайте, классный вариант. Я хочу такую маску попробовать. Так, здесь у нас все для лица. Серия Love Nature. У меня есть вот такой вот... Это мицеллярная вода, вот такой продукт, смягчающая. У меня дочка ей пользовалась. Я не пользуюсь мицелляркой, я их не люблю. Вот честно, для меня такая редкость, чтобы я мицеллярной водой протерла лицо или сняла макияж. Потому что все равно начисто макияж он у меня не убирает, этот продукт. Вот, а абы как мне не нужно. Но отзывы о нем разные. Читала, что
она должна смягчать, но на самом деле девочкам показалось, что жестко. Дочка моя сказала: нормальная, мам. Ну, я не знаю, честно, я не пробовала. Так, далее у нас тут тоники. Вот эту маску обожаю. Почему-то я ее не взяла, она у меня есть всегда. С момента, как она вышла, она согревает. Сначала ее наносишь, и лицо сразу немножко горит. Классно питает. Любимые смягчашки. Так, серия осветляющая для лица. Кстати, тоже слышу о ней хорошие отзывы очень, но я не пробовала. Зато я пробовала королевский бархат, и даже сейчас у меня два продукта: крем для глаз и ночной крем. Покажу ночной. Смотрите, внимание, чудо! Он сиреневого цвета. Боже, какой он клевый! Он вкусно пахнет. Я его так люблю, этот крем. Хотя в основном я все время пользуюсь коллаген, но этот иногда беру, он нереально крутой, нереально. А крем для глаз, он такой жирненький, то есть если для лица крем он прям легкий-легкий, такой невесомый, то этот прям жирный, если сравнивать с коллагеном. Смотрите, вот нанесла каплю, и вот она, густой, жирный крем. Если вы такие вот любите, он прям питает хорошо. Такой жирняшечка у меня прям заканчивается, на пару раз осталось, и я его в пустые баночки. Рекомендую, классная серия. Она действительно возрастная, 40+, уже хорошо ухаживает за лицом, питает, увлажняет, и все, что нужно, и при том, что цены очень лояльные. Это гидрофильное масло. Новинка, кстати, в Oriflame пришла из азиатской уходовой косметики. Что могу сказать? Да, прикольно, да, интересно. Наносим сначала это масло, массируем лицо, то есть делаем массаж, а потом добавляем воду, и оно становится беленьким, и потом смываем. Можно смывать косметику с глаз. Мне не понравилось абсолютно, мне некомфортно, что у меня на глазах масло, фу-фу-фу. Я прям несколько раз делала и думаю: нет, это не мое. Но многие хвалят, говорят: ой, как круто им снимать макияж. Ну, знаете, каждому свое. А вот с лица снять макияж, да, хорошо, но потом мне после него хочется, как и рекомендуется, очистить лицо уже гель-тоником, да, или гелем каким-то другим. Ну, я пользуюсь гель-тоник от Novage, то есть мне так комфортнее. Вот он, мой любимчик. Вот, Novage. Это отдельная долгая история. Это супер результаты. Если вам нужно поднять, прям вот взбодрить свою кожу, дать ей глоток воды, свежего воздуха, витаминов, питания, убрать состояние обезвоженности, то выберите себе серию по вашему состоянию, которая вам больше подходит. По возрасту у меня вот любимая моя серия коллаген. Я беру себе иногда Ultimate Lift, тоже мне очень нравится, но она просто еще и подороже значительно. Вот, а эта серия мне идеально просто подходит. Поэтому выбирайте на свой вкус, и будет вам красота и сияющая кожа. Шикарный продукт — это обновляющий пилинг для лица. Если не пробовали, вот прям вот возьмите, и цена на него хорошая, хватит на 100 лет, потому что в салоне такие процедуры стоят, ну, дорого, 1500 где-то примерно, может быть, дороже даже. Это вы сделаете дома, и это даст классный результат. На 20 минут нанесли на ночь, на чистую кожу, смыли, и этот вот пилинг, он без механического воздействия очистит кожу, изменит ее. С первого раза вы увидите результат и просто вдохновитесь, как я, потому что это классно. Так, а этот продукт я пока попробовала против воспалений один раз, только нанесла сегодня, кстати, утром его пробовала. Такой пузатенький, хороший флакончик, 30 мл, куда бы его показать вам. Это кремообразный продукт, беленький, как лосьончик, легко впитывается, шикарно прям наносится на лицо. Я обычно вот так наношу пальчиками на лице. Быстро впитался. Сверху я нанесла уже свой дневной крем с бустером, как обычно делаю, все комфортно. Сверху лег замечательно макияж. Для кого это средство? Для девочек 25+, у кого продолжают появляться черные точки, забиваются поры, воспаления возникают, может быть, в период цикла прыщики появляются. То есть это не зверская проблема, когда надо уже врачебное вмешательство, ну такое вот, вялотекущие бывают какие-то воспалительные процессы, то приходят, то уходят, и вот этот продукт позволяет избавиться от них. Эту эмульсию нужно носить под крем, вот
Так что смотрите, если у вас есть такие проблемы, то вау, для вас вышел новый продукт. Вот этот еще не пробовала, гель против воспалений, но компания заявляет, что за 24 часа, а может быть всего лишь за одну ночь, и тут есть салициловая кислота, да, тут разные кислоты и масла интересные, ну, уберет воспаление, это же круто, а то обычно как замуж выходить, так прыщ на носу, да? Вот, чтобы все это быстро убрать, такой продукт есть. Wellness. Wellness. Я всегда за wellness в неограниченных количествах. Я вижу результат, мне очень нравится wellness весь. Я все перепробовала, я регулярно беру wellness пэк. Сейчас пью пребиотик, взяла морской кальций, нутрикомплекс для волос и ногтей, постоянно пробовала акваглоу, астаксантин у меня всегда отдельные баночки помимо wellness пэка, омегу обожаю, наши супчики, коктейли, это все классно, это для здоровья и для красоты изнутри. То есть вот все, что мы до этого говорили, это все влияет на кожу и на наши черты лица, да, снаружи. А wellness, он изнутри влияет. И это круто, когда двое делают одно общее дело. Масочки для лица. У меня сейчас есть восстанавливающая маска. Вот такой вот бочонок. Маска суперская. Я ее беру, или ее всегда беру, или медовую, или еще одну, которую покажу чуть позже. И хочу вам показать расческу. Потому что многие смотрят и не понимают, а она какая? Она большая, то есть видите, я ее кладу на ладонь, и она практически у меня лежит вся на ладони. Она удобная, она классно смотрится в сумочке, она классно смотрится, когда ее достаешь и расчесываешься прилюдно. То есть это такой аксессуарчик, который, ну, в общем-то, нужен, и всего 99 рублей. Кстати, можно дарить клиентам. Такой хороший, классный подарочек, который долго-долго прослужит нашим клиентам. Сухой шампунь. Я не взяла показать, я его тоже использую, не часто, но бывает такое, что иногда не хочется мыть голову, а надо бы подпушить и сделать более опрятным внешний вид, когда им пользуюсь. Очень мне нравится CC-крем, он снимает статику, если вы мучаете статическое напряжение от статики, то есть волосы электролизуются, то он вам поможет. А в принципе, что он делает? Волосы смотрятся более такими ухоженными, то есть он убирает пушистость, волосы расчесываются лучше. Это, знаете, это как кондиционер, который не нужно смывать. Вот его распылили на ладошке, растерли, перенесли на волосы лучше, на влажные, подсушили, и все классно. То есть у него много-много полезных функций. Так, что еще рассказать? Вот она, маска. Она со скидкой. Смотрите, выгодно брать два продукта, тогда будет хорошая скидка. И вот масочка у нас для волос восстанавливающая. Она у меня новенькая, запечатанная, еще не открывала. Пока эту не использую, новую не открою. Но она уже ждет своего звездного часа. Все-таки для меня Элио — это самый лучший продукт для волос. Мне нравится и кондиционер, и шампунь, и маска. Но обычно это стоит дорого, а здесь вы видите, цены хорошие, поэтому если вы хотите что-то классное попробовать, то возьмите вот в паре, например, шампунь и маску, или шампунь и кондиционер, ну, что-то себе выберите. И масло для волос тоже у нас в эту акцию попадает, масло тоже Элио. Масло всем обязательно рекомендую, потому что с ним волосы действительно оживают. А так как у нас волосы постоянно в стрессе, и вода, и все эти средства, и пыль, и грязь, и просто стресс, волосы, они реагируют на состояние человека. То есть если вы внутри, да, что-то идет не так, то волос сразу покажет, что там help, я болею, да, давай спасай меня. Так вот, все это классно. Смотрите, уходят наши напяточники, надо брать, очень хороший продукт, действительно убирает всю сухость, трещинки и так далее. Так, для тела. Так, скраб не взяла, взяла вот это показать. Вот такие большие банки, Schwedisch Spa коллекция, классная. Дома можно устроить прям спа-салон. Смотрите, какой густой, густющий этот крем. Это даже, как сказать, крем-масло. Много взяла. Лучше его наносить на кожу, когда она... Куда же нанести-то? У меня уже все везде нанесено. Когда она еще влажная. То есть вы вылезли из душа или из ванной, не надо насухо вытираться, просто промокните, и вот по мокренькому небольшое количество этого крема нанесите и дайте полностью впитаться, и увидите просто сказку. Кожа вам скажет мяу, мяу, вау, спасибо. Ой, какие шикарные флаконы в серии Essence & Co.
У меня вот как раз есть лимон с лимончиком для тела гель и лосьон. Вот надо их открыть будет и себя побаловать как следует. Летом очень люблю этот аромат с лимоном, он освежает, он бодрит, он просто такой кайф доставляет, такое удовольствие. Здесь натуральные эфирные масла, поэтому кожа после применения этих продуктов, она очень классная, просто классная и пахнет вкусно. Рекомендую. Просто обожаю эти продукты. И с жасмином мне нравится. А, здесь кардамонный хлопок. А, я думала, жасмином. Моя любимая с жасмином и с лимоном. Так, для интимной гигиены продукты, конечно, всем, в каждый дом. Работающие продукты, антицеллюлитные, подтягивающие, проверила на себе, эффект есть, но эффект будет только при регулярном применении. Если вы делаете раз в неделю, то извините, эффекта не будет. Это у нас для деток, пена и шампунь. Красивые вкусные мыльца. Хорошенькие, кто любит мыльцы, то это для вас. И есть у меня вот из серии Baby Oriflame. От Oriflame потрясающие продукты. Я благодарю Oriflame за то, что для самых маленьких у нас вышли продукты. Это у нас бальзам многофункциональный. Слушайте, я им мазала все, уже и тело, и лицо пробовала. Какой он клевый. Смотрите, во-первых, он такой, как суфле, пружинит. Это так прикольно. Во-вторых, он очень хорошо напитывает. Я вот нанесла на лицо, потому что лицо сразу скажет, там хорошо или нет, куда нанести. Хороший, он в меру такой не густой, не жидкий, то есть все в нем классно для самых маленьких, у которых еще кожные вот эти вот все не установились барьеры, да, которые противостоят внешней среде, кожа еще слишком чувствительная, надо брать только хорошие, только проверенные продукты. Oriflame — это гарантия качества. И маслица, давайте маслица покажу. Капелька маслица, такое оно приятное, мы массаж с ним делали, пробовали, оно хорошее такое для массажа, и просто вот малышу нанести это маслице, ну уж мамочки-то знают, что с ним делать. Оно очень имеет аромат, практически отсутствующий аромат, то есть я его не чувствую практически. Здесь масло шведского овса в этой серии, и оно вот ухаживает очень бережно и нежно за малышами. А эта серия тоже моя любимица. Это сливовый чувственный гель. У меня, кстати, есть и аромат из этой же серии. Обожаю эту серию. Тут просто обожаю. Всем говорю, берите. Это потрясающе вкусный, классный продукт, которого вы будете балдеть. И аромат на лето, он такой легкий, невесомый, приятный. Он, кстати, похож на Love Potion Secrets немножко. Если вы любите этот аромат, то он вам понравится. А цены, посмотрите, какие классные цены. И их много, они все разные, с разными ароматами. Так, солнцезащитная серия. Я вам так скажу, если вы себя любите, то выходите на солнце, предварительно намажьтесь, выходя на солнце, предварительно намажьтесь каким-то продуктом солнцезащитным. Ну, если вы себя не любите, то мы переворачиваем страничку. И здесь шампуни гигантских объемов XXL, а стоить будут 319 рублей. Неплохо. Да, неплохо, потому что 400 миллилитров. Обратите внимание, что мой любимый — это первый восстанавливающий. Ну, понятно, что мои волосы пострадали после выхода из черного цвета, поэтому я его и люблю. Здесь крема для рук, тоже гиганты. Я обязательно себе возьму с миндалем, это мой любимый крем. И мне так нравится, что у него крышечка вот такая вот. Вот такая, раз, два. Я взяла вам показать, но здесь немножко другой крем. Это защитный, а у меня здесь питательный. У меня питательный. И у меня маленький, а здесь большой, в два раза больше. Кстати, обратите внимание на перчатки. Очень рекомендую на ночь намазывать жирненьким кремом, сверху перчаточки одеть, и кожа будет еще лучше. Здесь дезодоранты. Я пользуюсь серой крышечкой, мне нравится именно шариковый. Я люблю, не знаю почему, мне шариковый больше нравится. То ли ими быстро, легко, раз-раз-раз, и в сумочку бросить с собой, взять дорогу, везде классно. Все для ног. Смотрите, тоже гиганты у нас тут присутствуют. Это очень хорошо, потому что большие объемы люди любят. Их всегда выгоднее заказывать, чем маленькие крема. Это у нас все для душа, для волос, серия Love Nature, тоже гиганты. XXL здесь у нас по 500 миллилитров геля, а шампуни
Сейчас найду объем, тоже по 500 миллилитров. Классно, вообще супер. Я, кстати, сейчас пользовалась вот шампунь «Ромашка с авокадо». Какой он клевый, боже мой! Какие у меня классные с ним волосы, пышные, такие шелковистые, все рассыпаются прям, легко расчесываются, я его обожаю. И волосы не жирнит, кстати, он хорошо. Ну а для душа просто рай, вот все классные, на любой вкус. Хотите отшелушивающий, хотите без отшелушивания. А это наши с вами гели, которые уже все полюбили, Vita Care. То есть они такие маленькие, но большие. То есть маленький флакончик смотрится, а на самом деле 250 миллилитров. Вот такой у меня мыльце в руках, тоже из этой серии, по 49 рублей. Хорошая, клевая мыльце, долгоиграющая и хорошо мылится, и пеночка такая приятная. Так, здесь у нас мини, наоборот, уже если там были макси, то тут 30-миллиметровые объемчики. Здесь лосьон для тела, крем для рук, здесь серия для лица, скраб, маска, гель. То есть все для очищения. Кстати, удобный вариант, если вы любите куда-то там уходить ночевать или уезжать, то с собой взять маленькие объемы. И завершает обзор моя любимая страничка, последняя. Тут всегда большие скидки, и будут зубные пасты. А какие будут? Отбеливающие, вот как раз у меня в руках. Скидки на щеточки, надо будет запастись. И паста, конечно, защитная моя любимая. Я ее тоже очень много возьму, потому что эта паста хорошая, одобрена шведскими стоматологами. Зубки с ней себя чувствуют очень комфортно. Десна не кровоточат. Ну, то есть все, что нужно нашим полости рта, там все, здесь все есть. Фух, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Вы мои герои, я вас просто обожаю. С вами была я, Лилия Донскова. Если есть какие-то свои отзывы, свои впечатления о продуктах, может быть, что-то я сказала плохо, вам нравится, пишите. Всегда все читают, это интересно, мы обмениваемся опытом своим, и это очень здорово, то что благодаря таким вот отзывам и видео мы можем уже точно знать, что если мы берем какой-то продукт, он нам действительно нужен, а может быть, совсем нет. Поэтому я вас благодарю всех и желаю вам отличного каталога классных, нужных и полезных, эффективных покупок. Пока-пока!